Всем привет! Сегодня приготовим очень вкусные кабачки в кляре. Готовятся такие кабачки быстро и просто. Это отличная закуска, которая подается как в теплом виде, так и в холодном. Сначала берем 2-3 кабачка и чистим его от кожицы. Затем нарезаем кабачки кружочками примерно в 0,5 сантиметра. Если кабачки крупные, то можно нарезать и полукругом. Удаляем крупные семена, если есть. В отдельной посуде готовим кляр. Берем 2 яйца и 150 грамм муки. Яйца слегка взбиваем вилкой и добавляем 2 столовые ложки сметаны. Яйца со сметаной размешиваем до однородности. И добавляем 2 столовые ложки муки, без горки. Все хорошо размешиваем, чтобы не было комочков. Удобнее всего это делать с венчиком. И добавляем 5 зубчиков измельченного чеснока, щепотку соли. И для вкуса, по желанию, можно добавить 0,5 чайной ложки черного молотого перца. Все размешать. У вас кляр должен получиться по консистенции, как сметана. Я кляр готовила 2 раза. У меня на количество кабачков данной порции кляра не хватило. Перед тем, как окунуть в кляр, кабачки обволакиваем мукой, чтобы кляр держался лучше. Для этого берем целый целлофановый мешочек и выкладываем туда все кабачки. Засыпаем туда всю оставшуюся муку. Закручиваем отверстие целлофана и все хорошо встряхиваем, переворачивая. Добивайтесь того, чтобы мука была везде, на всех кабачках вокруг. Кабачки все в муке, и мы приступаем к жарке. На разогретую сковородку наливаем немного растительного масла. Наливаем столько, чтобы слегка покрывало дно сковородки. И поштучно окуная в кляр кабачки, выкладываем на горячую сковородку. Обжариваем кабачки с 2 сторон до готовности. Готовность определяется вилкой. При прокалывании кабачок должен быть мягким. Такие кабачки получаются очень вкусными и сытными. Подавать их можно как со сметаной, так и с кетчупом. Чтобы не потерять рецепты, подписывайтесь на мой канал на Яндекс.Дзен. Ссылка в описании. Приятного аппетита!